У Иванова появился новый символ – серебряная туфелька. Трехметровая композиция расположена у здания банки химуниверситета и украшена множеством ярких лампочек. Туфельку на праздник Дня города подарили Иванову владельцы одного из торговых центров. Десятки девушек в свадебных платьях, участницы акции «Сбежавшие невесты», тут же сделали туфельку своим символом. Во-первых, это что-то новое и интересное в нашем городе. Таких мест мало. Я считаю, в городе, да, и нужно было открыть что-то такое новое, интересное. И потом Иванов город невест. Конечно, туфелька ассоциируется и с невестой, и со свадьбой. Красотки в белых платьях жалели только о том, что туфелька слишком большая. Ее невозможно примерить, как в сказке про Золушку. Туфелька, мне кажется, это вообще символ женственности, красоты. А нам, как городу невест, подходит такой еще один символ, почему бы и нет. На площади Пушкина мы танцевали под оркестр, играли в ручеек. В парке у нас сегодня случилось небывалое событие. Молодой человек один сделал предложение своей девушке в присутствии всех невест. То есть он вышел и сказал: «Выходи за меня». Туфельку пока не успели благоустроить. В ближайшее время на площадке перед символом города будут высажены цветы. Несколько цветников каскадом расположатся в самой конструкции. Создатели инсталляции сделали туфельку демисезонной. Мы постараемся, чтобы она и зимой стояла, потому что мы просили тех, кто изготавливал, чтобы снег, предусмотрели тем, чтобы во время снегопадов даже он просыпался. Поэтому я думаю, что мы зимой будем видеть красивую туфельку, всегда горячую. В день открытия туфелькой заинтересовались не только сбежавшие невесты, но и дети. Для жителей города инсталляция – еще один прекрасный фон для фотосессий. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.